Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Для того, чтобы оно было здорово, нужно совершать аскезы. Есть три типа аскезы, которые продлевают жизнь. Непрерывное длительное движение. Долго надо. Допустим, чтобы полностью как бы все тело очистилось от напряжения, нужно ходить 3,5 часа непрерывно. Или бежать 1,5 часа. Или лететь. Это шутка. Летать мы не можем, поэтому бежать. 1,5 часа я вчера где-то 1:40 пробежал, у меня очистился весь организм от напряжения. Я могу видеть, как послойно это происходит. 4 слоя у нас есть в организме. Когда человек бежит 15 минут, у него начинается очищаться организм. Появляется второе дыхание, первый раз появилось, значит, начал очищаться организм. Через 20 минут после этого, то есть 35 минут бежит, первый слой очистился, который связан с мыслями, эмоциями человека. Еще через 20 минут, 55 минут, бежит второй слой очистился, который связан с настроением. Там же находится давление, сосудистая система. Сосуды будут здоровыми, если человек бегает 55 минут. Не обязательно каждый день. Можно уже бегать раз в 3 дня, допустим, такую дистанцию. Если человек бежит 1:15, то у него начинают внутренние органы лечиться. Там всякие кисты рассасываются, там, то есть... Происходит вот это вот размягчение болезни. Если человек бежит 1:35 или 1:40, то у него лечится нервная система, гормональные функции. То же самое, если человек постится 2,5 дня, он полностью весь организм пролечивает этим постом. Или человек стоит неподвижно 1:40, полностью пролечивает весь организм. Три силы дают человеку долголетие. Неподвижное положение тела, длительное движение и пост. И у человека есть три типа старения. Это не связано с... Некоторые говорят, что-то у меня судьба плохая. Это не судьба плохая, а тебе надо просто знать. Одни люди поправляются. Первый способ старения. Человек сначала поправляется. Потом у него появляются доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли. Это старение организма. Вот ребенок полненький, толстенький ребенок, значит, он стареет преждевременно. Признак старости. Надо убирать этот лишний вес, иначе будет дальше доброкачественная опухоль идти. К этому же типу старения относятся сначала токсины в организме, токсины, потом инфекция, и потом уже хроническая инфекция, как туберкулез такая, допустим. Это тоже вот этот тип так, старения. То есть один вариант — это лишний вес, другой — токсин, слизь в организме. Вот этот тип старения, лишний вес, лечится длительным движением и постом. Поститься достаточно до обеда. Пока солнце поднимается, все рассасывается в организм. Как только оно садится, синтез идет. С 12 ночи до 12 дня идет рассасывание в организме. Потребление веществ. С 12 дня до 12 ночи синтез. Для того, чтобы сжигать опухоли, нужно поститься до обеда всего. Больше не надо. На воде. И в это время нужно движение обязательно. Пост плюс движение, до свидания, лишний вес и опухоли. Скажешь, ну опухоли же куда никуда не денутся. Денутся. У меня жена начала бегать, и у нее киста рассосалась. Без всякой операции. Пост и движение. Все. Второй тип старения — напряжение. Есть напряжение тела, есть психическое напряжение. Первый этап — напряжение просто. Второй этап — боли. Или срывы психические. В теле боли, в психике срывы. Потому что у меня головные боли. Это второй этап старения. Третий этап — в теле
инсульт, инфаркт, психики, психбольниц. Третий этап старения просто. И третий вид старения называется жар. То есть первый этап, человеку просто жарко постоянно. Второй этап — воспалительные процессы. Третий этап — язвы там всякие. И такие болезни, как сахарный диабет, бронхиальная астма, экзема, там, это все вот из этой оперы. Жар излишний в теле. Напряжение, второй тип старения, побеждается длительным движением и неподвижным положением тела. Напряжение — до свидания в теле. Любое, психическое, физическое. Если человек бегает 1:40 и 1:30, желательно еще возле дерева, толстого дерева, стоит неподвижно. Не обязательно каждый день, это можно делать раз в неделю то и раз в неделю то. Психическое заболевание — до свидания. Потому что психическое заболевание — это просто напряжение психики, и все, больше ничего. Жар в теле лечится постом и неподвижным положением тела. Пост охлаждает, когда человек постится, он мёрзнуть начинает, охлаждает. И когда человек не двигается, тоже охлаждает. Заметили, что долго не двигаешься, мёрзнуть начинает. Это охлаждает человека, остывает человек этот. Ведь я вам не говорю о знаках судьбы. Я вам говорю о том, что судьба делает человека. Потому что есть такой процесс старения. Время что делать с телом? Оно его старит. И некоторые говорят, рецепт, который делает человека вечно молодым, это бред. Потому что мы можем только войти в свой цикл. Вот цикл человеческой жизни в основном сейчас где-то чуть больше 100 лет. Цикл человеческой жизни. И если человек живет правильно, он проживает вот этот срок, вот это количество лет. У кого-то может быть чуть больше цикл, чуть меньше. И когда мы живем правильно, мы просто... Есть два типа старения. Есть старение постепенное, а есть циклическое. Вот когда наступает плохой период в жизни, то человек резко стареет. У него резко затрудняется нормальное здоровье, потому что пришел плохой период. И вот плохие периоды лечатся аскезами. То есть если человек бегает, неподвижное положение тела и пост, он побеждает эти плохие периоды жизни и может жить дальше. Но если он этого не делает, то он может скосить человека плохой период жизни. Теперь смотрите, отношение к времени современной астрологии, современных предсказателей. Они абсолютно убеждены, почти все, что когда плохой период наступает, значит, суши весла. Ну, то есть это неправильное мышление, потому что есть судьба, а есть наша свобода выбора. И если ты хочешь жить долго, свобода выбора твоя — это аскеза. Вот если человек ленивый, он никогда долго не проживет. Аскезы нет в жизни, значит, жить будешь мало. Толстеть начал, напрягаться начал. Напряжение еще вызывает желание курить, выпивать — это тоже напряжение. У женщин напряжение приводит депресняк. Женщина становится такой инертной и ворчливой. Напряжение. А у мужчин напряжение приводит к сигаретам и вину. Это признак старости, влияния старения. И побеждается напряжение неподвижным положением тела, как вот в православных храмах ночное бдение, люди стоят, не двигаются. Вот это омоложение. Или движение. Люди часто тоже ходят там по святым местам, идут долго, непрерывно. Вот это омоложение. Человек это делает, он избавляется от старости. Понимаете? Есть старость, старение тела. А у нас еще есть психическое тело. Оно не стареет, психическое тело. Просто в единицу времени с каждым годом все больше выходит тяжелой судьбы в психику. Вот маленький ребенок, он такой, а-ля-ля-ля-ля. Даже если он болеет, у него все равно психика такая. Всем нравится. Все испытывают счастье от детей, потому что в единицу времени мало выходит напряжение, поэтому ребенок, время у ребенка тянется долго. Чем больше напряжение входит в психику, тем быстрее идет время. Потому что с этим же все надо что-то делать, с этим все. Постоянно человек занят.
И это вот постепенно вот так нагибает человека, психика у него тяжелеет, тяжелеет, и как бы... И дальше человек уже в негативе начинает жить, если он с возрастом не начинает заниматься духовной практикой, молитва, аскезы, посты, если человек с возрастом не начинает это делать, то он становится очень ворчливым, злым. Почему? Потому что вот эта энергия психической тяжелой судьбы передавливает человека.